Ну, он не трогал тебя? Нет, не трогал. А я сегодня работал. Я, короче, хочу сделать такой типа отчет. Но у меня уже разряжается. А я шарфом, видишь, обматываю голову. Лучше ты одень. Я уже даже привык к шарфу, мне удобно, он уши так закрывает. Я уже мастерски стал уши свои, ну, голову мотать шарфом. И езжу так по Москве. Ну, короче, я там пришел, а там был этот начальник, а моего напарника не было. А? Тебе звонил? А. Ну, короче, сегодня вообще весь день там это. Пёка тебе, вафли, весь день. То есть там непрерывно было, сразу даже было по две там, еле успевал, короче. Да, очень много. Я очень устал, и время быстро так пролетело, но при этом мне было очень... Ну, я, короче, да, много там все сделал, и вот тебе еще сделал напоследок. Короче, я там начальнику в конце, он такой спросил, а что ты, типа, пятих? Ну, я сказал, что ну, что там, что может, могли бы на меня не кричать, там, а что у меня сердце, там, начинает, ну, сердце начинает болеть, кричат, и давление в голове усиливается, давление, ну. Ну, еще сказал, начал что-то пытаться говорить, что, типа, что вы там подшучиваете надо мной, что что-то типа я чувствую все время, что у меня так, второсортные отношения, что меня там ко мне плохо относятся. Ну не знаю, в общем, он что-то сказал, что типа что я здесь как в армии, что типа здесь не так, что там не будет такого, что тебе там в филармонии там говорят: Александр, выходите играть на фортепиано там. Она сказала: ну хорошо, хорошо, я понял, короче. Ну это, ну у меня причем это, не было никогда ситуации, чтобы мне говорили: Александр, выходите там на фортепиано играть. И я не уверен, что сам он, короче, в армии вообще хоть служил, а я думаю, он просто отучился в институте и стал работать вот этим соучредителем. Не похож он, короче, на того, кто в армии служил, а вот напарник мой, который мне, ну, который мой этот друг, вот он как раз служил, и он мне нравится. Ну и в общем, было очень мне обидно и тяжело, что там... Ну, это... Ну и он сказал, что я завтра там не опаздываю. Ну и там еще что-то 300 рублей дал, это как бонус, что... Что типа мы там... Ну мы, короче, больше всех продаем там. Больше, чем прошлая смена. Ну, а с этим вот я общаюсь хорошо, там, нормально все. Еще мне позвонил вечером один там человек, с которым я давно еще, когда в конце работал, сказал, что там работаю на Старом Арбате поваром, когда стоит завтра собеседование. Я сказал, что я завтра работаю. Так я, ну я не сказал, что я работаю, сказал, что завтра занят. Я записал там, что если во вторник надо будет сходить, то есть выходной у меня будет. Вот. И я вообще думаю, знаешь, надо действительно вот. Это как-то мне слишком, ну, некомфортно, мягко говоря, то, что мне говорят, что я хочу попасть как в армию, а не в филармонии. А я никогда в филармонии не был даже.
Типа, меня, из меня сделали какого-то, типа, как будто я из какого-то высшего общества, я никогда в высшем обществе не был. Типа, ну я, короче, считаю... Ну, в общем, тут можно, как бы, знаешь, типа, подумать, ну да, там, а можно понять, что, как бы, нужно, ну, можно найти там нормальное место, где не как в армии, ну, то есть, как в тюрьме, он, ну, то есть, как в Северной Корее, еще один, то есть, это вообще такая ситуация прям, даже, ее можно рассказать, там, не знаю, где-нибудь, где на работе, там, не как в армии, ну, в каком-нибудь таком обществе, и там они подумают еще, что... Это вообще настолько как-то характерно, что работодатель говорит, что здесь у нас как в армии. Это вообще говорит о всем, об этом обществе прям даже. Он прям, знаешь, словами с своих уст как бы вот... Ты будешь все равно работать? Ну да, буду работать. Ну потому что мне действительно нравится с этим напарником работать. Ну я собираюсь отсюда уезжать, то есть мне вообще нет сомнений, что все подсказывает, что нужно отсюда уезжать. Они, да не знаю, это настолько... Девятый. Все говорит об этом, то есть здесь мое творчество никому не надо, и это несправедливо какое-то отношение, здесь действительно как в армии, здесь жизнь как в армии, как... то есть не свобода. Но что характерно, что вот этот вот сам вот этот напарник, который мне нравится, ну, как друг, он в армии служил и даже там ранения получал. А этот вот начальник, он не служил в армии, по нему видно, он обычный какой-то. Как раз вот он как раз из высшего будет, должен быть. И он это говорит, что здесь как в армии у нас там привыкай. Так. Да, вроде как в армии. Я когда-нибудь расскажу об этом на выставке в Берлине. Скажу, мне сказали, что здесь, что у нас на работе работает, а как в армии. Я готовил вафли, Global Waffle. Но меня кричали, и я сказал, попросил, ну, можно не кричать, а то у меня сердце болит. И он сказал, у нас здесь армия, как в армии. Отношения. Может, надо пойти в филармонию? Нет, я не пойду в филармонию. Я не из высшего общества, я из армии. Я из Северной Кореи. В общем, еще нашлось это жилье, где еще можно пожить. То есть, если даже он не прилетел, я бы, ну, нашлось место, где еще пожить. То есть, у других людей тут разных. И можно, если что-то попросить, чтобы у них, ну, получится.